Всем привет, меня зовут Карина. Сегодня мы с вами будем делать упражнение 5228. Открываем наше задание, скачиваем инструкцию, перейдя по ссылке, нажав «Скачать», сохранив нужную вам папку, а также пока файлик. Скачиваем и сразу же открываем. У нас инструкция очень коротенькая. Вот она. У нас есть топология рабочей сети и сценарий, в котором сотрудник принес свой личный ноутбук на работу и забыл о требованиях безопасности, подключил его к порту на работе. И теперь на этом порте у нас пропало соединение. И наше задание — это соединение восстановить. Для этого переходим в наш ПК файлик, вводим имя, email и также группу. Окей, да. Вот наша топология. И первое, что нам нужно сделать, это переподключить на наш PC1. То есть нам нужно отключить Home Laptop и подключить PC1 к нужному порту. Fast Internet 0.0 и Fast Internet 0.1. Но наше соединение не восстанавливается, поэтому открываем S1. Командная строка. И вводим команду show interface знак вопроса. Смотрим, что нам больше всего подходит. Нам нужно посмотреть статус порта Fast Ethernet, потому что он подключается именно с помощью этого интерфейса к коммутатору. Вводим Fast Ethernet. И знак вопроса. Нам нужно указать номер нашего порта. Fast Ethernet 0/1. И смотрим, что for Fast Ethernet administratively down, то есть он отключен. Чтобы нам вернуть соединение, мы вводим команду. Сначала Ctrl-C, чтобы выйти из этой команды. Далее enable, conf t. Далее вводим интерфейс Fast Ethernet 0.1. И далее команду no shutdown. То есть после того, как наш работник подключил свое устройство к этому порту, порт просто автоматически выключился. И мы его активировали. Все, наше задание выполнено. Наш результат 90 из 90. У нас все работает. И если мы нажмем кнопочку Check Results, а мы не сможем посмотреть Assessment Items, но у нас 90 из 90, а на этом все. Всем